Доброе утро! Сейчас предновогодняя пора, и все задумываются о том, где же взять подарки. Я вам это расскажу. Где и какие подарки можно выбрать перед Новым годом своим самым близким людям. Утро – это такое время, когда всем тяжело вставать, особенно зимой. Холодно, из-под одеялка вылазить не хочется. Поэтому наш первый подарок будет для Сони. Чтобы порадовать Соню в Новый год, у нас есть целых два варианта. Первый – это вот такой гигантский будильник. Ну, как порадовать? Может быть, и не порадовать. Но вы точно поможете ему встать вовремя, потому что эта штука звонит так, что просто соседи вздрагивают. И поэтому не проснуться вариантов даже у самого лютого за Сони не будет. Чтобы ваш любимый Соня на вас не обижался за такой звонкий подарок, вы можете сгладить этот подарок и дополнить его вот такой чудесной подушкой. Эта подушка покажет, насколько вы трогательно и нежно относитесь к вашему за Соне и меняет свое настроение. Ну, вот такие влюбленные глазки. Подушек много видов, есть разные эмоджи. Подушечка мягкая, классная, очень здорово смотрится в интерьере, и в то же самое время в нее так и хочется залипнуть, потрогать и поменять разные цвета. В наших магазинах есть подарки для девушек, мужчин, деток и даже бабушек. Вы можете найти самое интересное и необычное именно там. А еще подписывайтесь на наш инстаграм mandarina.kg и можете увидеть все наши чудесные штуки онлайн. Если вам нужны подарки более крупные, более такие масштабные, то вы можете заглядывать в наш магазин «Табурет». Он находится на пересечении улиц Московская и Исанова. Здесь подарки для друзей, для партнеров, для бизнес-коллег, например. И в то же время что-то для души, для кухни, для дома. Тоже очень много всего интересного. Обязательно заглядывайте в наши магазины по адресам 1-й Бета-сторис, 2-й Бета-сторис, Детский мир и Московская Исанова. Найдете для себя что-то самое классное.